Salam. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Rima Məmmədovanın profilidir. Rima xanım, здравствуйте. Добрый день. Как еще можно вас представить? Вот Рима Мамедова, заслуженный деятель искусств. Что можем мы добавить? Хореограф, я актриса. Можно. И хореограф. Начнем сначала. Сначала? Ну, наверное, с того, что я как попала в балет. Это было начало мое. Вы балерина вообще-то, да? Я 7 лет была балериной. Я закончила хореографическое училище в Гамерханум Алмазаде. Класс Гамерханум Алмазаде. Мы жили напротив дома офицеров, а там окна выходили, шел балетный зал был. Там танцевали дети. А мы напротив жили. Я выбегала, и когда была свободна, когда мама не знала, я выбегала и все время стояла и смотрела в это окошко. И семья не хотела, чтобы вы стали балериной, да? Нет, не то, что не хотела. Никто не знал, что я там делала, а я стояла, просто радовалась и наблюдала. Ну, как вам сказать? Мама, конечно, сразу решила, что раз ребенок хочет, надо отдать ее. Но она меня не отдала в этот коллектив, который напротив дома. Она меня отвезла около железнодорожного вокзала. При школе был тоже танцевальный коллектив. Там я училась. Танцевать. Нет, а вообще, как ваша семья относилась к этому? Сейчас я вам расскажу. Когда узнала, куда вы идете, сейчас чем занимаетесь, да? Сейчас я расскажу. Это непростой момент. И учительница маме сказала, вы ее отведите в балетную школу, она у вас способная девочка. Мама меня отвела, не спросив папу. Меня она отвела, я поступила в училище. У нас раньше было училище отдельно, школа отдельно. Это сейчас у нас вместе, школа и училище вместе. Вот. И вдруг меня Гамерханум выбирает на главную роль в балете «Щелкунчик». Раньше первый акт дети танцевали. Первый целиком балет танцевали дети. Я танцевала главную роль Машеньки. Мама решила пригласить папу. Я уже второй год учусь. Пригласила в театр, привела его третий ряд близко к сцене. И она ему говорит, ты узнаешь нашу Римочку? Он говорит, да, нет, смотри, какая чудная девочка. Она ему говорит, да, какая хорошая девочка. А это, говорит, наша Римочка. Можно, говорит, она будет учиться в училище? Уже видя меня на сцене, она просит разрешения папку. Сказала, ну, конечно, можно. Смотри, как здорово. Вот так я спокойно осталась в балетной школе. Проучившись в школе, поступила я в театр, в труппу балетную. Гамерханум меня взяла в балетную труппу. Но тут, на последнем курсе, меня пригласили сниматься в кино. Как раз таки я хотел вам задавать вопрос. Следующий вопрос. Это «Наша улица». Один из культовых фильмов азербайджанского кинематографа. Согласна с вами. В который вы играли главную героиню, Сару. Как все это происходило, что в последнем курсе балерина вдруг попадает в кино и в таком масштабном фильме с громадным режиссером Алисаттаром Атакишиевым играет главную героиню? То есть вам тогда сколько было? Ой, 18 лет. 18 лет. Вы когда там снимались, у вас было 18? Было 18. Как вас нашли? Меня, во-первых, мы в училище проходим мастерство актера. Преподавал мне педагог, да, Мехти Мамедов. Актерское мастерство. Но еще я, когда училась в училище, пришли к нам с киностудии искать девочку, которая может танцевать и внешне подойдет к фильму «Приключения Муллы Фатаха». Это дипломная работа Сасанпура. Это из Ирана молодой человек. Закончил ГИТИС, его направили в Баку, чтобы он поставил дипломную работу в Баку. Короткометражный фильм был. И там у меня и игра была с Мюсим Санани, и там я танцевала. Арабский танец такой. После этого меня еще раз пригласили Сейдзаде на фильм «Кероглы». Там эпизод был. Вы тоже играли? Там я тоже. Там Сейдзаде я так понравилась. Он мне там так много снял эпизодов. Но комиссия не пропустила, что у тебя третья героиня женщина. Говорит, не надо, все убрали. Там несколько крупных планов осталось. Я там на коне скакала. Великолепные воспоминания. А потом, вот уже третий фильм меня пригласил Ашраф Мамаев, я ему всю жизнь благодарна, он меня нашел первый раз, и вот второй раз это ассистент режиссера пригласил, показал Алисаттару, а принимал меня
Адель Искендеров. Пробные съемки были, значит, я давала пощечину герою там. Герой играл Тонунс, тогда был известный актер. Который этот, он его Ашламова Ларма, да, играет? Точно. Высокого роста. Адель Искендеров, будучи тогда директором киностудии, пришел смотреть, подхожу я к этой роли или нет. Идет проба. Ну, видимо, натура у меня такая. Когда мне дают задание, я уже живу этим заданием. Верю в то, что я должна сделать. Естественно, верит зритель, как по Станиславскому. Верю. И он высокий. Я прыгаю, даю ему пощечину, как положено. И Алисатар стоит обеспокоенный. Пройду я. Ему очень понравилось. Он хотел, чтобы я осталась. Но он хотел знать желание Адели Искендерова, его решение. Тот сказал, чох кюзель. Да, Галсон, чох кюзель Галсон. Вот так меня утвердили на эту роль. Но было трудно играть такую роль, так как очень много там, значит, съемочных площадок. Очень много было съемочных дней. Но настолько все было легко, видимо, такая была хорошая профессиональная обстановка, что мы не испытывали трудности. Даже вот, будучи 3 месяца за пределами дома, мы были все время в работе. Это, конечно, сказалось на фильме, на вот самом фильме, насколько он воспринимался зрителем. Вот я получила же колоссальную оценку об этом фильме. Я, знаете как, все-таки сниматься в кино ты не видишь от начала до конца, да, своей роли. Кусочками там, кусочками там. Я так и не понимала, как я сыграла. Получилось у меня или не получилось. Иман Касумов замечательный образ написал, женский азербайджанский образ. Замечательный. Гордой, красивой молодой азербайджанке. И он одобрял мое. Одобрял. Да, одобрял. А я сама не чувствовала этого. Вот закончился фильм, уже все, идет на экране фильм, все. Я работала в консерватории, уже много времени прошло. И с работы шла из консерватории, и по лестнице спускаюсь, и вдруг какой-то молодой человек спрашивает, кричит мне, Сара Гюзалова. Я поняла, что это меня поворачивает. Здравствуйте, как я рада вас видеть. Какой вам спасибо. Мы этот фильм, молодые, мы, когда было тогда 14-15 лет, мы мальчишки собирали, смотрели. Мы хотели именно такую девушку, как вы. Представляете, какая оценка этому образу. И мы за вами наблюдаем. Вы в жизни продолжаете нести эту достойную азербайджанскую девушку. Как вы помните, Наташа Шаголова, вы были партнерами, так как его роль продолжала, роль Михайло продолжалась именно в этом он фильме. Здесь он очень мало был. Ну, все-таки. Так, да, особого такого игровой момента не было, но он очень благородный человек. И ведь он, это же было на самом деле. Имран Касумов рассказывал, что когда он встречался с Мехти Гусейнзаде, тот говорил, был азербайджанец, который спас девушку-азербайджанку, вывел ее там, вывез ее. А, реальные события были, да? Это было реальное событие, да. Он очень так спокойно, мы с ним общались, вот в ресторане сцена была, и когда мы, значит, убегали с ним по крышам дома. Ну, спокойно, нормально. Нормально было с ним. Имахан, почему вы потом не продолжили, продолжили актерскую карьеру? Так как у вас был замечательный фильм, сейчас вы рассказывали, но можно было продолжить и создать кучу ролей в кинематографе. Что знаете, вам мешало? Мне не понравилась вот эта работа в кино. Вот это вот не было от начала до конца вот этой одной линии работы. Все-таки балетное искусство, оно научило нас сначала до конца, да, вот танцуешь сначала до конца. А здесь вот это отрывками, то отсюда, то оттуда, я никак не могла понять, у меня получается или не получается. Мне не понравилась эта система. Вот меня потом очень много, Гасан Сейдбейли меня приглашал на телефончик, я отказалась. Он даже ассистента режиссера послал домой. Снимать именно на телефончик, да. А вы посмотрите, недашковская актриса очень похожа на меня. А, значит, нашли именно альтернативу, которая похожа на вас. Ассистент режиссера пришла к нам домой, Гасан Сейдбейли сказал, это, наверное, ее папа не пускает сниматься. А папа говорит, ради бога, я не против, я даже не знал, что вы ее приглашали. А там дальше «Великая опора» приглашал меня режиссер. Роль Майи, наверное. Да, я тоже отказала. Мне не захотелось. Чума Курбанова дублировала
нашу улицу на азербайджанском языке. Да. И мы когда... И прекрасный дубляж, кстати. Очень. Она дублировала на азербайджанском. Миансарова дублировала... Нет, не Миансарова. Дублировала на русском. Тоже актриса дублировала. И как-то мы с ней вышли с дубляжа. Ну, я присутствовала. Мне тоже интересно было, что такое это процесс дубляжа. И она мне обняла по киностудии. Мы идем, говорит... Идем в азербайджанскую драму, из тебя будет хорошая актриса. А я ей говорю, а я уже работаю в оперном театре, балерина уже. Нет, это совсем другое. Я сказала, нет, нет, я уже, наверное, я понимала, что это не моя. Балерина, актриса и еще руководитель. Давайте я вам скажу. Я говорю, нет, помимо руководителя, я еще испытала оперное искусство. Оперное искусство. У вас еще есть голос. Еще вам расскажу. Я закончила режиссерский факультет. Ага. У меня Ахти Мамедова тоже. Он принимал у меня работу. Рзас Арабский был моим педагогом, а дипломную работу принимал Мехти Мамедов. Со мной заканчивал Расим Джагов. Со мной заканчивал Тофик Исмайлов. Со мной заканчивала Эльмирочка Шабанова. Вот наш курс был режиссерский. Ну, все как-то определились. И Расим, и Тофик, они кино, короткометражные фильмы сдавали дипломные. А мне негде было сдавать. И я так подумала, а что мне в театр не пойти к директору и не попросить? Я пошла, у нас чудесная директриса была Сарда Дашина. Говорю, вот у меня такая проблема, можно я поставлю вас дипломную работу? Она сказала, пожалуйста, как раз нам нужна опера «Травиата». И вот моя работа дипломная была опера «Травиата». Как режиссер-постановщик? Я как режиссер-постановщик была. У меня хор даже танцевал. Ага. Но не пошла по этой линии тоже. Не пошли? Нет. Меня потянуло на педагогическую работу. Как я люблю педагогическую работу, вы себе не представляете. И как вы стали руководителем? Руководителем? Хореографического училища. А мне по дороге все время хорошие педагоги мне. Всю жизнь мне были хорошие педагоги. Работая в театральном вузе педагогом, я ушла из театра и перешла на педагогическую работу. Меня вызывает ректор. Раиб Кусейнов был такой ректор и говорит, сложился в ГИТИСе, в Ленинграде, сложился новый предмет. Называется «Сэхна хрячатэнэ сослары» – «Основа сценического движения». Вы который сейчас до сих пор преподают. Да, я в консерватории преподаю этот предмет. Вы, говорит, закончили хореографическое училище, вы закончили режиссуру. Вы сможете усвоить этот предмет? Я хочу, чтобы вы поехали в Ленинград в аспирантуру, выучили этот предмет и приехали, преподавали его. Так. Ой, ребенку моему 3 годика. Но меня отпускают дома. Мама меня поддерживает, говорит, я помогу, в детский сад буду водить. Супруг не отказался. И поехала учиться в Ленинграде. 2 года я училась в аспирантуре. Но правда, каждую субботу, утро, пятницу вечером я вылетала из Ленинграда. Суббота, воскресенье была дома. Воскресенье... Это было тяжело. Очень. Но так легко училась. Какую хорошую школу я прошла образование. Был у меня, вот как раз педагогом был создатель этого предмета, Кох Иван Дмундович. Вот такая книжка. Предмет «Сценическое движение». Ею пользуется весь мир. У него учились, откуда хотите, Болгария, Мексика. Очень много разных студентов было. Я повторю свой вопрос. Как вы стали директором хореографического училища? Сейчас, я подхожу. А, вы идете к этому. Это с этим связано. Связано с этим? Да, да, да. Я сдаю экзамен построения движения. Принимает у меня экзамен выдающийся хореограф, педагог Красовская, которая написала 3 такие книги о балете, о танцовщиках, о хореографах. И она у меня принимает этот предмет «Построение движения». И говорит, ой, вы что, из Баку? Так, а вы Гамерханум знаете, Алмазаде? Я говорю, да, это моя учительница. А Красовская училась вместе с Гамерханум в один период, в одном классе. Так. У мамы Улановой. Она говорит, так, Гамерханум? Ее не надо спрашивать, она все знает, идите. Смотрите, какая оценка была моему педагогу. Я приехала в Баку. Вот знаете, цыганская почта, да? Вот телефонов же не было, мобильных. Иду по улице, ко мне подбегает бывший балерин, говорит, Римочка, тебя как Гамерханум ищет. Скорее ты пойди к ней. Ну, естественно, я пошла к ней. Она говорит, знаешь что?
Я хочу, чтобы ты была директором училища. Это значит по инициативе Гамер ханым Алмассаде. У нас была чудесная директриса Таирова Аля Азизовна. Но она 30 лет проработала. Уже она в возрасте была. Время меняет, естественно, человека. Да, не просто уже в возрасте была. Мы учились в старом здании, рядом с оперным театром. Маленькое здание там было. Два зала маленьких. Вот. А потом, это мы учились, потом перевели, где художественное училище, третий этаж, мы на втором этаже. У нас тоже очень маленькое здание сегодняшнее было. Сегодняшнее здание, да? Нет, нет, нет. И я сказала Гамер ханым, я не смогу быть вашим директором. Я не смогу быть директором. Ага. Но она пригласила меня работать в училище. Пригласила? Пригласила. Я работаю в училище, преподаю мастерство актера, балетное мастерство актера, так как я прошла актерское мастерство, режиссуру, отрывки из балетов. Но начало было по системе Станиславского. Я учила студентов, потом отрывки из балетных спектаклей. Полгода я проработала. Она говорит, так, я хочу, чтобы ты стала директором. Я говорю, Марьяна, я не смогу. Я была очень застенчивым ребенком, послушным ребенком. Поэтому я не знала, смогу я... Она уговорила вас. Знаете, как она уговорила? Она не уговорила. Она взяла, говорит, мне нужно в министерство, пойдем со мной. Мы пошли в министерство, она открыла дверь к министру Закир Нуриманович Багиров и сказала, Закир Нуриманович, я вам привела директора Мамедова Римма ханым. Она закончила меня, закончила там режиссуру, аспирантуру закончила. Говорит, очень приятно. Так я стала директором. Но когда я поняла, что мне поручила эту школу Гамер ханым, я, конечно, составила план работы, как поднять уровень профессиональный в школе. Моя школа... Я же, смотрите, сколько прошла, да? Все виды искусства прошла. И прошла аспирантуру. И нашли свое место, да? И вдруг нашла свое место. Ага. Я начала с чего? Назначила худрука. У нас не было худрука. Я назначила худрука, творческого человека, который мог бы ставить, чтобы можно было наших детей выпускать на концерты, чтобы видели нашу школу через творчество. Назначила я замечательного человека Алмазову Эллу Петровну. Это родственница Гамер ханым. Она мне сказала, ее нельзя. Подумает, что это я тебя уговорила. Дядя сказал, нет, Гамер ханым. Я со всеми познакомилась. Единственная кандидатура – это Элла Петровна. Ну, хорошо. Мы начали с ней трудиться. Я звоню директору дворца Гейдаралиева, Керим Керимов был тогда, и говорю, 7 ноября 79 год. А я начала работать в 78 году в октябре, через год. Я звоню и говорю, у нас замечательный номер есть. Пожалуйста, посмотрите, нам на 7 ноября покажем на сцене дворца. Он сказал, нет, нет, балет, дети, не надо. У меня театр танцует, все нормально. Я опять звоню, я сейчас приеду с детьми, вы только посмотрите. Автобус наняла, взяла костюмы, поехали в дворец на эту сцену. Дети, естественно, растерялись, но мы их быстро собрали. Показали номер, он сказал, ой, какой хороший номер, берем этот номер. На концерте присутствует, естественно, Гейдар Алиевич. Да, это очень, кстати, важный момент, я хотел вам задать этот вопрос. Так, присутствует он и говорит, он же выходит обычно на сцену, так выходил он всегда на сцену, поздравлял, благодарил актеров и говорит, а что, дети уже в новом здании учатся? Закир Нуриманович, министр, говорит, Римочка, идите, подойдите, объясните все. Я говорю, нет, мы в старом здании. Как в старом? Значит, он в 69-м году был назначен, да, секретарем. В 79-м году он уже утвердил проект нового хореографического училища. А это 79-й год. Как нету? Через два дня он назначил коллегию. Гамер ханым меня с собой брала, я сказала, я стесняюсь пока, я не смогу пойти на коллегию. Ну, рядом с ними девочкой было. И в 80-м, с 1 января, утвердили проект, еще раз не утвердили, а начали проект. Та самое здание, которое сейчас находится в Хореографической академии. Совершенно правильно. Ага. Римма ханым, вы вот рассказываете про свою жизнь. Как вы считаете, вот со сегодняшнего дня, когда смотрите на всю эту хронику, достигли цели, которые поставили когда-то в жизни? Да, не стесняюсь. Римма ханым, спасибо вам большое за очень интересное интервью. Действительно, вы вот рассказываете, да, я вижу
жизнерадостного человека, который поставил себе цель жизни и достиг. Спасибо вам и дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Это очень важно сейчас, действительно. А вам успехов дальнейших. Спасибо. Реал ТВ-де Азербайджанын эмектар инжисенет хадими Рима Мэмэдованын профилиди. Саламат калын.